то, что будет все очно. Но, слава богу, хотя бы. Привет, меня зовут Гузель, я учусь в РНИМУ на медицинской кибернетике, и это влог, наверное, про сессию. И у нас самый первый экзамен, это 30 декабря, биохимия. Только что у нас была консультация, и вроде после консультации должно стать легче, но после консультации стало только страшнее. Мне кажется, нужно немного рассказать про ситуацию, сдаем мы дистанционно или очно. Сдаем мы очно. Экзамены, правда, только один наш факультет, другие факультеты вроде как дистанционно, но разрешили иногородним студентам, я иногородний студент, 30 декабря, который самый первый экзамен, сдавать дистанционно. Экзамены 30 декабря – биохимия, 13 января – это микробиология, затем идет математика и затем информатика. Это я хотела показать, как я вообще готовилась. Начала готовиться за несколько недель до самого экзамена, потому что биохимия, не знаю, мне кажется, самый тяжелый предмет, ну, один из тяжелых. Я, короче, решила делать флеш-карточки в GoodNotes. Тут есть такая функция, но на самом деле она вообще недоработана. Я хочу снять отдельное видео по тому, как, если я сдам этот экзамен, да, как готовиться к биохимии. Тут можно делать вот такие вот флеш-карточки, но очень часто тормозит. Ну, например, вот сейчас она зациклилась на какой-то одной карточке, поэтому я обычно делаю просто вот так вот. Я, значит, готовила все эти флеш-карточки, но, не знаю, я не скажу то, что я прям все-все выучила и чувствую себя уверенно, на самом деле нет. Короче, я придумала, как можно запомнить эти аминокислоты, которые не могут трансаминироваться. Ну вот у меня это вопрос как бы экзаменационный. Тут я пишу себе, что надо сказать, определение, бла-бла-бла. Вот третий пункт. Лиза просила треть глистов. Ну, понятно, да? Прикольно. Как еще учить просто, я не понимаю. Получается цитрон, через цисяка не там будет он и за цитрон. Водороды от окна, там теряется узор, это будет верно рад, так в оке как утарят. Уже 29 декабря, целый день сижу с биохимией. Все плохо. Ужасно просто. Еще нас сильно напугали во время консультации, то что те, кто за дистанционным, им будет тяжелее. Просто сижу и думаю о том, что уже завтра, ровно в это время, я буду готовиться к Новому году. И, скорее всего, я уже сдам биохимию. Надеюсь, что да. Вот уже сейчас должен начаться. Это просто так волнительно, еще там не совсем, скажем, организованно в том плане, что мы не знаем, куда, где нам брать билеты. Сейчас это решается. Время уже 11:18. Должно было быть начало в 11, и мы до сих пор не знаем точно, как будет проходить, то есть дойдут билеты, сколько времени на билет. Вы уже через несколько секунд, по сути, узнаете, сдала я, не сдала. Господи, сдала на 8, получается четверка, и ура! Сдавали мы под камерами, то есть когда сидели, писали, включенная камера, включенный микрофон, а когда уже отвечали, отвечали другому преподавателю, там уже было без камеры. В общем, вот. Но пока сидели, отвечали, то есть с камерами показывали на что и так далее. Все, можно уже расслабиться. Все, у нас уже все ответили, все сдали, все прекрасно. Я сейчас думаю пойти уже купить подарки.
пойду я, наверное, в другой центр и хочу купить массажную подушку и электрическую зубную щетку. Ну все, я дома, еще так прикольно вышло, короче, когда я хотела пойти покупать подарки до того, как придет мама с работы, я не успела, в итоге мы пошли вместе, но каждый ходил отдельно. В общем, самый первый мне подарила мама вот в такой вот упаковочке из Ритуаля, это вообще просто суперская, потому что я обожаю бананы, я все время их ем. Это типа крем для рук, бальзам, гель для душа и еще подарили деньги. Вот, и я вообще безумно-безумно рада. Это я купила самой себе, чтобы было удобнее снимать видео, типа штативы для телефона. А это я купила маме, такую электрическую зубную щетку. Просто у меня электрическая зубная щетка есть, и мне она безумно нравится, тоже Oral-B. И я думаю, что маме, надеюсь, тоже понравится, потому что электрическая... На щетку тут прям любой. И это я, короче, купила, потому что, как бы, ну, надо, на самом деле, мне кажется. Вот. Но это реально нужная вещь. 30 декабря, ладно, экзамен сдан, подарки куплены, и часть подарок уже получена, все прекрасно. У меня была идея вот эту упаковку, я здесь некрасиво вот так вот ободрала ценник, но ладно, и ее как-нибудь красной ленточкой так привязать, и под елочку, будет классно. Я не нашла никакой красной ленты, кроме как вот этой, где написано «юбилярша». Это когда была мама юбилей, с тех времен осталось, я думаю, это красиво упаковать. Ну, короче, ладно, я думаю, лента вообще не важна. Я очень надеюсь, что подарок нету в той. Мама реально будет пользоваться этой электрической зубной щеткой. Я, короче, когда нашла эту ленту юбилярши, еще нашла ленту. Это у меня куртка валяется, это пакет, я просто еще ничего не убралась. Это выпускник 2018. И у нас еще был такой момент, то что мы когда уже потом пошли дальше гулять, мы писали разные пожелания себе ручкой или же маркой. И это так забавно. На самом деле читать я еще не читала, я хочу прям на камеру это все. Самая странная и милая девушка, супер друг. Желаю сдать ЕГЭ на 289 баллов. 289 баллов. Алло, я сдала на 256 в топ-вуз. Счастья и удачи, здоровья, безумно люблю от Азальки. Так мило. Выйти за миллиардеры. Классно, спасибо. Пожелание. Получить 260 баллов на ЕГЭ, и даже 260 я не получила, не дотянула, так скажем. Любви, радости, машину и мужа красивого. Желаю тебе получать от жизни все, что только можно. Взорви этот мир. О, кстати, какой красивый почерк, да? Свети, блистай и сияй, мечтай, люби, будь счастлива, я всегда буду любить тебя, Камила. О, господи, какой тебе прекрасный почерк, Камила. Реально очень классный. Веселых моментов в жизни. Лили, дне, я рад. Не понимаю немножечко. Я рад, это люби в переводе башкирского. Короче, я не понимаю немножечко почерк. А, я все, я поняла. Тут написано Лилиане, я рад. Лилиане, девочку зовут Лиля. И на башкирском она написала: люби Лилю, типа люби меня. Тут поступи в престижный вуз, стань профессионалом своего дела. Короче, вообще это очень здорово. Если кто-то будет выпускаться, пишите все такие пожелания. На самом деле прикольно потом читать. Ну, я так скажу, решила напялить на себя и вспомнить, но ладно. Блин, это так не верится, то, что, типа, я уже третий курс. Типа, третий курс, просто как так. Еще я не ела с утра, вот я завтракала в 10 с чем-то, потому что в 11 у нас начинался экзамен, и с тех пор я не ела, съела себе просто пюрешку с курицей и буду сейчас есть.
Каждый год делаю салат с изображением животного. Да, вот это вот конфеты, шоколад. Понятное дело, мы их кушать не будем. Основа — это просто оливье. С этим подарком качество номера еще вышло глупо. Сейчас у папы есть тонометр, и сегодня пошли сдавать в аптеку. Оказывается, обратно не принимают, и реально обратно отдавать нельзя медицинские изделия, так скажем. Вот, пока что тонометр, я думаю, продадим. Просто кому-нибудь. А подарю ему вот мне самый такой браслет, Mi Band 2, это типа 3, хотя уже есть 4, 5, надеюсь, что будет носить ему. Я слышу звуки на небе. Где же Саня? Первое января, и я села за микро, потому что по микре очень много всего. Я все не помню, не знаю. И я подумала начать делать ответ на вопрос, закинуть все в Google Диск. Микробиология экзамен. И тут откуда, из каких источников я буду брать, ну, естественно, еще что-то будет. У меня идея делать ответы на вопрос в Google документе и параллельно создавать карточки, чтобы их учить. Я сейчас снимаю вот на этот штатив, и это вообще так классно, но единственный минус — мой этот чехол, он, короче, с чехлом телефон туда не лезет. Но сама по себе штука классная. Я не знаю, почему я раньше не покупала, она стоит там 350 рублей, хотя на Алиэкспрессе явно дешевле, но ладно. Вышивок, которых я вообще не закончила, я ни одну вышивку не закончила. А она здесь только две, мои ножки все. Юный парфюмер, типа делаешь сам духи, но восточные ароматы мне не понравились. Мотобот, вот она реально классная, собираешь и она ездит, но солнечные батареи не работают, потому что солнца не хватает. Но я просто подключала вот эти провода к обычной батарейке, все работало. Наши карточки делают по физиологии. Такие.